В станице Анапской жители прозвали местного грузчика Владимира Ларионова «Голливудской звездой» за его бесконечный позитив, оптимизм и добродушное отношение к людям. Особенно женский пол в нем души не чает. В организацию, где работает Владимир, сыплются слова благодарности. А все потому, что этот человек ценит и любит свою работу и никогда не откажет в помощи. За хорошую работу получил грамоту, девушка, благодарность. Мне нравится, честно говорю, убирать мусор, чтобы город был красивый. Уютный. Мусора в нем мало было, девушка. Слова благодарности сегодня звучат в зале городского театра тем людям, которые делают наш город чище, ярче и светлее. Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Вы без пафоса, безо всяких громких слов, спокойно и уверенно делаете свое дело. Вы делаете наш город очень красивым, ухоженным, таким, где комфортно жить, куда очень приятно приезжать людям. Вы знаете, эти слова благодарности, которые мы будем вам сегодня говорить, они относятся к вам ко всем. И к тем, кто моет улицы, их убирает, кто выращивает и высаживает цветы, и к тем, кто встречает нас приветливо в торговых центрах, магазинах и салонах красоты. Поверьте, вы по-настоящему делаете нас счастливыми. Следить в городе за тем, чтобы был порядок, вы знаете сами, как это все сложно, непросто. Ухоженные улицы, цветы на клумбах, постриженные газоны, новая плитка на тротуарах, асфальт на дорогах, вовремя подача тепла, вовремя подача воды в дома наших жителей, нашего города. Из всего этого выстраивается имидж нашего города, и все это наша жизнь с вами. И только мы с вами знаем, насколько это тяжелый, ежедневный, круглосуточный труд. Своим ежедневным нелегким трудом работники этой сферы помогают сделать нашу жизнь более удобной и уютной. Такая работа требует от человека терпения, специальных умений и знаний, ответственности, самоотдачи и, самое главное, способности находить контакт с людьми. Настоящих профессионалов своего дела сегодня отметили грамотами и благодарностями и лишний раз напомнили о том, как ценен их труд. Маргарита Улыбка, Анапа Лайф.